Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, папы и мамы! Сегодня я прочитаю вам русскую народную сказку «Василиса Прекрасная». В некотором царстве, в некотором государстве жил-был купец. 12 лет жил он в супружестве и прижил только одну дочь, Василису Прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было всего 8 лет. Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала: «Слушай, Василиса, помни и исполни последние мои слова. Я умираю и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу. Береги ее, держи всегда при себе и никому не показывай. А когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью». Затем мать поцеловала дочку и умерла. После смерти жены купец потужил как следовало, а потом стал думать, как бы опять жениться. Он был человек хороший, так что за невестами дело не стало, но больше всех по нраву пришлась ему одна вдовушка. Она была уже в летах, имела своих двух дочерей, почти однолеток Василисе, стала быть и хозяйка, и мать опытная. Купец женился на вдовушке, но обманулся и не нашел в ней доброй матери для своей Василисы. Василиса была первая на все село красавица. Мачеха и сестры завидовали ее красоте, мучили ее всевозможными работами, чтобы она от трудов похудела, от ветру и солнца почернела. Совсем житья от них не было. Василиса все переносила безропотно и с каждым днем все хорошело и полнело. А между тем мачеха с дочками своими худела и дурнела от злости, несмотря на то, что все они всегда сидели, сложа руки, как барыни. Как же это так делалось? Василисе помогала куколка. Без этого где бы девочке сладить со всею работой? Зато Василиса сама бывала. Самый лакомый кусочек себе не оставит, оставит куколке. А вечером, как все улягутся, запрется в чуланчике, где жила, и почивает ее, и приговаривает: «На, куколка, покушай, моего горя послушай. Живу я в доме у батюшки, не вижу себе никакой радости. Злая мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне быть и жить, и что делать». Куколка покушает, да потом и дает ей советы и утешает в горе. А наутро всякую работу справляет за Василису. Та только отдыхает в холодочке, дарёт цветочки. А у нее уже и гряды выполоты, и капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена. Куколка еще укажет Василисе и травку от загару. Хорошо было ей жить с куколкой. Прошло несколько лет. Василиса выросла и стала невестой. Все женихи в городе стали на Василису заглядываться. На мачехиных дочерей никто и не посмотрит. Мачеха злится пуще прежнего и всем женихам отвечает: «Не выдам меньшой дочери прежде старших». А проводя женихов, по-боему вымещает зло на Василисе. Вот однажды купцу понадобилось уехать из дому на долгое время по торговым делам. Мачеха и перешла на житье в другой дом, а возле этого дома был дремучий лес. А в лесу на поляне стояла избушка, а в избушке жила баба-яга. Никого она к себе не подпускала и ела людей, как цыплят. Перебравшись на новоселье, купчиха то и дело посылала в лес ненавистную ей Василису. Но эта завсегда возвращалась домой благополучно. Куколка указывала ей дорогу и не подпускала близко к избушке бабы-яги.
Пришла осень. Мачеха раздала всем трем девушкам вечерние работы. Одну заставляла кружева плести, другие чулки вязать, а Василису прясть и всем по урокам. Погасила огонь во всем доме, оставила только одну свечку там, где работали девушки, а сама легла спать. Девушки работали. Вот нагорела на свечке. Одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтобы поправить светильню. Да вместо того, по приказу матери, будто нечаянно и потушила свечку. «Что нам теперь делать?» – говорили девушки. «Огня нет в целом доме, а уроки наши не кончены. Надо сбегать за огнем к бабе-яге». «Мне от булавок светло», – сказала та, что плела кружево. «Я не пойду». «И я не пойду», – сказала вторая, что вязала чулок. «Мне от спиц светло». «Тебе за огнем идти!» – закричали обе. «Ступай к бабе-яге!» И вытолкали Василису из горницы. Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед куклой приготовленный ужин и сказала: «На, куколка, покушай, да горюшка моего послушай. Меня посылают за огнем к бабе-яге. Баба-яга съест меня». Куколка поела, и глаза ее заблестели, как две свечки. «Не бойся, Василиса», — сказала она, — «ступай, куда посылают. Только всегда держи меня при себе. При мне ничего тебе не будет, бабы-яги». Василиса собралась, положила куколку свою в карман и, перекрестившись, пошла в дремучий лес. Идет она и дрожит. Вдруг скачет мимо нее всадник. Сам белый, одет в белом, конь под ним белый, и сбруя на коне белая. На дворе стало рассветать. Идет она дальше, скачет другой всадник. Сам красный, одет в красном и на красном коне. Стало всходить солнце. Василиса прошла всю ночь и весь день. Только к следующему вечеру вышла она на полянку, где стояла избушка бабы-яги. Забор вокруг избы из человеческих костей, на заборе торчат черепа людские с глазами, вместо дверей у ворот ноги человечьи, вместо запоров руки, вместо замка рот с острыми зубами. Василиса обомлела от ужаса и стояла как вкопанная. Вдруг едет опять всадник, сам черный, одет во всем черном и на черном коне. Подскакал к воротам бабы-яги и исчез, словно сквозь землю провалился. Настала ночь. Но темнота продолжалась недолго. У всех черепов на заборе засветились глаза, и на всей поляне стало светло, как днем. Василиса дрожала со страху, не зная, куда бежать. Оставалась на месте. Скоро послышался в лесу страшный шум. Деревья затрещали, сухие листья хрустели. Выехала из лесу баба-яга. В ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает. Подъехала к воротам, остановилась и, обнюхав вокруг себя, закричала: «Фу-фу! Русским духом пахнет! Кто здесь?» Василиса подошла со старухи со страхом и, низко поклоняясь, сказала: «Это я, бабушка. Мачехины дочери прислали меня за огнем к тебе». «Хорошо», — сказала баба-яга. «Знаю я их. Поживи ты наперед, да поработай у меня. Тогда и дам тебе огня. А коли нет, так я тебя и съем». Потом обратилась к воротам и вскрикнула: «Эй, заборы мои крепкие, отомкнитесь! Ворота мои широкие, отворитесь!» Ворота отворились, и баба-яга въехала, посвистывая. За нею вошла Василиса, а потом опять все заперлось. Войдя в горницу, баба-яга растянулась и говорит Василисе: «Подавай-ка сюда, что есть в печи, есть хочу». Василиса зажгла лучину от тех черепов, что на заборе, и начала таскать из печки, да подавать яге кушанье. А кушанье настряпано было человек на 10. Из погреба она принесла квасу, меду, пива и вина.
Все съела, все выпила старуха. Василисе оставила только щей немножко, краюшку хлеба да кусочек поросятины. Стала Баба-Яга спать ложиться и говорит: «Когда я завтра уеду, ты смотри, двор вычисти, избу вымети, обед состряпай, белье приготовь, да пойди в закрома, возьми четверть пшеницы и очисть от чернушки. Да чтоб все было сделано, не то съем тебя». После такого наказу Баба-Яга захрапела, а Василиса поставила старухины объедки перед куклою, залилась слезами и говорила: «На, куколка, покушай, да моего горюшка послушай. Тяжелую мне работу задала Баба-Яга, и грозится съесть меня, коли всего не исполню. Помоги мне». Кукла ответила: «Не бойся, Василиса прекрасная, поужинай, помолись да спать ложись. Утро вечера мудренее». Рано проснулась Василиса, а Баба-Яга уже встала, выглянула в окно. У черепов глаза потухают. Вот мелькнул белый всадник, и совсем рассвело. Баба-Яга вышла во двор, свистнула, перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Промелькнул красный всадник, взошло солнце. Баба-Яга села в ступу и выехала со двора. Пестом погоняет, помелом след заметает. Осталась Василиса одна, осмотрела дом Бабы-Яги, удивилась изобилию во всем и остановилась в раздумье, за какую работу ей прежде всего приниматься. Глядит, а вся работа уже и сделана. Куколка выбирала из пшеницы последние зерна чернушки. «Ах ты, избавительница моя!» – сказала Василиса куколке. «Ты от беды меня спасла!» «Тебе осталось только обед состряпать», – сказала куколка, влезая в карман Василисы. «Состряпай с Богом, да и отдыхай на здоровье». К вечеру Василиса собрала на стол и ждет Бабу-Ягу. Начало смеркаться, мелькнул за воротами черный всадник и совсем стемнело. Только светились глаза у черепов. Затрещали деревья, захрустели листья. Едет Баба-Яга. Василиса встретила ее. «Все ли сделано?» – спросила Яга. «Изволь посмотреть сама, бабушка», – сказала Василиса. Баба-Яга все осмотрела и сказала: «Ну, хорошо». Потом крикнула: «Верные мои слуги, сердечные други, смелите мою пшеницу». Явились три пары рук, схватили пшеницу и унесли вон из глаз. Баба-Яга наелась, стала ложиться спать, да опять отдала приказ Василисе: «Завтра сделаешь ты то же самое, что и нынче. Да сверх того возьми из закрома мак, да очисти его от земли по зернышку. Кто-то по злобе земли в него намешал». Сказала старуха, повернулась к стене и захрапела. А Василиса принялась кормить свою куколку. Куколка поела и сказала ей по-вчерашнему: «Молись Богу, да ложись спать. Утро вечера мудренее. Все будет сделано, Василисушка». Наутро Баба-Яга опять уехала в ступе со двора, а Василиса с куколкой всю работу тотчас справили. Старуха воротилась, оглядела все и крикнула: «Верные мои слуги, сердечные други, выжмите из маку масла». Явились три пары рук, схватили мак и унесли из глаз. Баба-Яга села обедать, а наест, а Василиса стоит молча. «Что же ты ничего не говоришь мне?» – спросила Баба-Яга. «Стоишь, как немая». «Не смело», – отвечала Василиса. «А если позволишь, хотелось бы мне спросить вот кое о чем». «Спрашивай. Только не всякий вопрос к добру ведет. Много будешь знать, скоро состаришься». «Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что видела. Когда я шла к тебе, меня обогнал всадник на белом коне. Сам белый и в белой одежде. Кто он такой?» «Это день мой ясный», — сказала Баба-Яга. «Потом обогнал меня другой всадник на красном коне. Сам красный, весь в красном одет. Кто это был?» «Это мое солнышко», —
красная, отвечала Баба-Яга. А что значит черный всадник, который обогнал у меня у самых твоих ворот, бабушка? Это ночь моя темная, все мои слуги верные. Василиса вспомнила о трех парах рук и молчала. Что же ты еще не спрашиваешь? Спросила Баба-Яга. Будет с меня и этого. Сама ж сказала бабушка, что много будешь знать, скоро состаришься. Хорошо, сказала Баба-Яга, что ты спрашиваешь только то, что видела за двором, а не во дворе. Я не люблю, чтобы у меня ссоры из избы выносили, и слишком любопытных ем. Теперь я тебя спрошу, как ты успеваешь делать работу, которую я задаю тебе? Мне помогает благословение моей матери, отвечала Василиса. Так вот оно что! Убирайся же ты от меня, благословенная дочка! Не нужно мне благословенных! Вытащила она Василису из горницы и вытолкала за ворота. Сняла с забора один череп с горящими глазами и, наткнув на палку, отдала ей и сказала: «Вот тебе огонь для мачехиных дочек. Возьми его. Они же тебя за этим прислали сюда». Бегом пустилась Василиса при свете черепа, который погас только с наступлением утра. И, наконец, к вечеру другого дня добралась до своего дома. Подходя к воротам, она хотела было бросить череп. Верно, дома уж больше в огне не нуждаются. Но вдруг послышался глухой голос из черепа. «Не бросай меня, неси к мачехе!» Она взглянула на дом мачехи и, не видя в одном окне огонька, решилась идти туда с черепом. Впервые встретили ее ласково и рассказали, что с той поры, как она ушла, у них не было в доме огня. Сами высечь никак не могли, а который огонь приносили от соседей, тот погасал, как только с ним заходили в дом. «Авось твой огонь будет держаться», — сказала мачеха. Внесли череп в горницу, а глаза из черепа так и глядят на мачеху ее дочерей, так и жгут. Те прятаться, но куда ни бросятся, всюду глаза за ними смотрят. К утру совсем сожгло их в уголь. Одной Василисы не тронуло. Утром Василиса зарыла череп в землю, заперла дом на замок, пошла в город и попросилась на житье к одной безродной старушке. Живет себе и поджидает отца. Как-то говорит она старушке: «Скучно мне без дела сидеть, бабушка. Сходи, скупи мне льну самого лучшего, я прясть буду». Старушка купила льну хорошего. Василиса села за дело, работа так и горит у нее, и пряжа выходит ровная да тонкая, что волосок. Набралось пряжи много, пора бы и за тканье приниматься, да таких берд не найдут, чтобы годились на Василисину пряжу. Никто не берется и сделать-то. Василиса стала просить свою куколку, та и говорит: «Принеси ко мне какое-нибудь старое бердо, да старый челнок. Да лошадиной гривы, я тебе все смастерю». Василиса добыла все, что надо, и легла спать, а кукла за ночь приготовила славный стан. К концу зимы и полотно выткано, да такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Весною полотно выбелили, а Василиса говорит старухе: «Продай, бабушка, это полотно, а деньги возьми себе». Старуха взглянула на товар и ахнула: «Нет, дитятка, такого полотна, кроме царя, носить некому, понесу во дворец». Пошла старуха к царским палатам, да все мимо окон похаживает. Царь увидел и спросил: «Что тебе, старушка, надобно?» «Ваше царское величество», — отвечает старуха, — «я принесла диковинный товар. Никому, кроме тебя, показать не хочу». Царь приказал впустить к себе старуху, и, как увиден полотно, очень удивился. «Что хочешь за него?» – спросил царь. «А ему цены нет, царь-батюшка. Я тебе его в дар принесла». Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками. Стали царю из того полотна сорочки шить. Вскроили, да никак не могли найти швеи, которая взялась бы их работать. Долго искали, наконец царь позвал старуху и сказал: «Умела ты напрясть,
и соткать такое полотно, умею из него и сорочки шить. Не я, государь, а соткала это полотно, сказала старуха. Это работа приемыша моего, девушки. Ну так пусть и сошьет она. Воротилась старушка домой и рассказала обо всем Василисе. Я знала, говорит Василиса, что эта работа моих рук не минует. Заперлась в свою горницу, принялась за работу. Шила она, не покладая рук, и скоро дюжина сорочек была готова. Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под окном. Сидит себе и ждет, что будет. Видит, на двор к старухе идет царский слуга. Вошел в горницу и говорит: «Царь-государь хочет видеть искусницу, что работала ему сорочки, и наградить ее из царских своих рук». Пошла Василиса и явилась при дочи царские. Как увидел царь Василису прекрасную, так и влюбился в нее без памяти. «Нет, — говорит он, — красавица моя, не расстанусь я с тобою, будешь ты моей женою». Царь взял Василису за белые руки, посадил ее подле себя, а там и свадебку сыграли. Скоро воротился отец Василисы, порадовался о ее судьбе и остался жить при дочери. Старушку Василиса взяла к себе, а куколку по конец жизни своей всегда носила в кармане. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец!